Который раз посещаем знаменитый Варварин источник. Плещеево озеро. Заповедные места. Ну, естественно, комары, мошки. Будьте готовы. Добро здоровится. Комары не закусали? Да нету их тут вообще. Да? Нет вообще. Ну что? Пить будешь? Вот она, пластмассовая. Хорошо. Хорошо, то хорошо. Было бы, конечно. Это купаленка. Вот она сама купальня. Самокупальня. Я здесь неоднократно окунулся. Мы хотим учиться вместе с своими объятиями, дорожащим всем. Здоровья, мудрость, смысл, месяца, все невидение, все болезни. Ангел воды обнимется. О, обрезает. О, обрезает. А, о, хорошо. 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 Вот это да. На видео, после того, как искупаешься, окунешься. Замечательно. Ох, селищу дает, мать световодица. Ох, и дает она селищу. Прорубь, и сразу вы вылезайте. Главное быстро одеться потом. Это такое дело. Надо было ноги потереть. В смысле, промокнуть. Надеваться. Ой, где твой полотенец? Ты на нем сидишь? Да. Куда ж ты? На мокрый, конечно. Хорошо, хорошо так. Да, сейчас вода наиболее сильная. Фух. Как она обнимает. Как она всю дрянь из тела. Прет.
мама. Поле. Русское поле. Да, совсем он пересох, маленький-маленький стал. Посади меня, поедем. Если посидеть вот здесь. Значит, пойдем, наверное. Какие-то то ли мухи, то ли оводы. Ага, это может быть.